Всем привет, это GDF и мы команда Wolfpack. Сегодня мы смотрим релиз группы NCT Wish Dunk Shot. Аплодисменты, пожалуйста. По-моему, это правда достойно. Благодарю. Мы очень долго пытались все настроить, все, да. И поэтому можем наконец-то посмотреть. Поехали. Сейчас. Ты назад нажал, да? Да. Ты вот, что делаешь? Тут, подожди, вот здесь. А что ты делаешь? А зачем ты сюда пришла? Уйди. Уйди отсюда. Фу, мы уже обсуждаем. Мы уже обсуждаем. Уйди отсюда. Извините, не могу сказать, чел был похож на Минхо. Где? Чуть-чуть. Вот смотри, вот. О, какой мощный. Извините, мне нравится уже. А совершеннолетний вообще? Это хороший вопрос. Мы посмотрим потом, после просмотра этого прекрасного клипа. Я нашел Катю. Это для Ликса, просто вот это вот, милашенька. Вайбы боксер. Буквально. Чел, который был перед этим, мне почему-то чем-то напомнил Джисона. Как каждый своего находится. Это буквально боксер, только баскетбол. Когда у вас ульт-группа Стрейкидс. Мы не сравниваем, но мы сравниваем. Мы сравниваем. О, это я. Вот этот вот взгляд. Взгляд осуждающий. Такой, ну. Это выглядит как то, что надо поставить, да? Осталось арендовать баскетбольную площадку. О, у меня есть как раз такая майка. Все отлично. Блин, прикольно. Да. А, смотря... Вот! Тихо. Слушаем. А ты такая... Я не знала, как передать этот звук. Там есть маленькие, так что всем осторожно. Это больше нам было сказано. Блин, а последний раз баскетбол играл в школе. Хочется это перформанс в коряге. Да. Отдельно. Сколько, кто-то будет... Кто именно? Вот это очень. Давайте оценивать то, как они танцуют. Пожалуйста. Потому что это выглядит круто, но эти комментарии исключительно относительно того, как они выглядят. Очень многообещающе. Да. Блин. Вот это хочется перформансом. Да, можно стоять. Сын Банчана. Very good. Так и они все красивые, вообще прям 10 из 10, мне очень понравилось. Они такие малюсенькие. Нет, танцы, у них хореография прям, нет, они очень красивые, я не спорю, они вообще прям хорошие. Мне хореография очень зашла, прям вообще. Надо поставить. Надо ставить, надо. 100 из 10. Стиль нравится. Ну, танцевальный. Я об этом. Момент с прыжком был классный. Тот момент, который хотелось именно в этом, как бы из башки вылетело. Типа, да, спасибо. Хотелось бы посмотреть этот момент там. Мне интересно, как это будет выглядеть. А мы озвучим вместе.
Группа выглядит очень многообещающая. Харяга очень хорошая. Ребята славные. Ну, а мы будем работать над хип-хопом, да? Да. Чтобы это смочь таки поставить. Потому что очень крутая харяга, очень крутой клип. И, боже, как это хочется снять перформанс. Ну и как хочется посмотреть, как это, как выглядит харяга полностью. Да. Потому что выглядит невероятно круто. Да, куски хорошие, но хочется полностью тоже да. потом как-нибудь. Если выпустят. Все, всем спасибо. Отверг в кадр. Давай, быстро. Давай.